have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет-привет! Пойдем мы сегодня с вами в Naval Warfare. По-моему, так называется, да? Слушай, телепортируйся на... Куда? На карьер? Да, карьер. Я ну хочу, давай. Чтобы ты сел за пулемет ко мне. Я громизнейший бомбардировщик. Вот это ты? Да. Ага, сейчас иду. Нет! Мой бомбардировщик, он пропал! Я же так много... А вот это что тогда? А это маленький самолет, у которого даже пулемета сзади нет. А, это корсар, типа, ну это не корсар, у корсара крылья другие, это, наверное, какой-нибудь Wildcat. Блин. Так, а... Так, ты предлагаешь заспавнить что-то? Вот, тут кнопочка есть, ты как раз можешь заспавнить огромнейшую бомбардировщик. Ну, давай. Погоди, ты тут? Тут, я всё. Тут. Давай. Хорош нас двигать, авианосец. Авианосец. Ждем. 15 раз в 20 секунд можно заспавнить самолет? Походу. Да блин, ты посмотри, сколько тут народищу. На всех не наберешься. Давай. Ну, спавнь. Вот это... Нет, это Джорджин. Это Джорджин, это не твой. Да блин! Дайте уже пострелять в кого-нибудь. Give me somebody. Ну так, блин, есть самолет. Вали отсюда. Че ты тут стоишь на взлетке? Он ждет, когда к нему кто-то сядет за пулемет. Все, сел. Он взлетит. Жалко, нельзя такого королевского пенделя отвесить человеку. Ну можешь. Если нажмешь на кей, как половину. Так, торпедо бомбер. Large бомбер. Давай, поехали. Я сажусь к тебе за пулемет. Я не могу в него сесть. Тебя. А? Я у тебя за пулеметом. Я не могу сесть в самолет. Можешь, просто попробуй. О, наконец-то. О, а теперь нажми. Давай летим наверх. Ой, в общем-то, F это стрелять, а B это бомба. Не советую тратить бомбы. На корабль? Буду. Или на базу. Сейчас посмотрим. Так. Управление, конечно, да, но все-таки нет. Ладно, пойдем на базу. От первого лица прикольно. Да ну так. Как я бомбу буду кидать? На Б. Ну я... Спасибо, Карл! Она кинется вниз. Ровно? Должна. Давай проверим. Вот, она вниз кинулась. О, давай я сейчас с пулемета буду туда стрелять. А с пулемета, по-моему, оно не делает никакого урона, или? О, давай собьем тот военный корабль японский. У меня есть еще бомба. А, две. Да, еще две. Можешь использовать их. Ты промахнулся одной. Одна попала. Другой. Слушай, а может давай ты меня скинешь туда? Не-не-не-не-не, погоди. Ну... Я могу. Я могу ему делать что? О, воу, воу, нас сбили. Бомбы, я не пойму их инерцию, потому что... Так, куда можно? Можно на айленд, можно в залив, можно... Я буду... Пойдем, может быть, на батлшип? Нет. Куда? Айленд? Я карьер. Карьер? Так там долго ждать. Ну ладно, пойдем в карьер. Дело в том, что тут есть такая фича, можно просто залезть на какой-то самолет, который заспавнит там, где есть пулемет. Например, давай я заспавню самолет. Вон, заберите самолет и валите отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне что-то не нравится, ты посмотри назад. Я только залез, меня тут же грохнули. И зад просто дымится. Я предлагаю на айленд. Я, пожалуй, на... Тут есть самолет. А давай я на батлшип. Все, я на батлшипе. На батлшипе.
на батл овце. У меня есть самолет, бомбардировщик, но у меня не... Это подводка? Это подводная лодка, черт побери, что? Ну, тут да, можно на подводных лодках? Да, да. Ты знаешь, где их заспавнить можно? Ну, видимо, на базе. Поздравляю тебя, ты угадал. Блин. О, лепота. Что это полет... Это ракета лепота. Полетела, что ли? Походу. За мной ракета гонится? Да. Тогда не было таких ракет. Вы чё, окститесь? Японские эсминцы. О, это ваш авианосец. Как он хорошо выглядит. Ну-ка. Не, ну я тут на военном корабле. Сейчас буду обстреливать японский военный корабль. Авианосец нормального человека, авианосец курильщика. Я, офига ли меня так быстро сбили? Интересно, сколько бомб я успел сбросить? Заводить корабль, твари! Так, погоди, погоди, на Island... Где мне взять подводную лодку, блин? Харбер. Харбер. Да. Ну да, ну да. Сядь, пожалуйста. Вот такой вот мой крутой английский произношение. Сядь, пожалуйста, в самолет. Нет. Не хочу. Не хочу. Так, 30 секунд спауна. А, давай я буду твоим задним стрелком, уговорил. Фиг с тобой. Не хочу. Лети! Ох, ну блин, что ж вы все подходите ко мне. Ну что ж ты страшная такая. Я пилот. Круто. Ох, офигительно, поздравляю тебя. Я думаю, почему у меня пулемет задний не... Ты что, выпрыгнул, что ли? Блин, я уже задумал. Посмотри на этого придурка, он такой, нет, нет! Ай, блин. Блин. Так, что нужно бить, чтобы добрать... А вон ту главную базу нужно бить. Фига себе. Ну да. А я туда вообще... А нашу базу бьют, между прочим! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, ну да, на вас залез корабль. Огромный. Где? Ну ладно, самолет. Но к вам лезет подводная лодка. Как же вы задолбали каждую секунду останавливаться? Ну нафиг, я суицидность. Я упаду в воду, это уже задолбает. Это японский корабль? Не знаю. Выглядит как будто да. А выглядит как будто... Да. Харбор. Наш главный остров. Там можно заспаунить подводную лодку, что я прямо сейчас и сделаю. Так, я так понимаю, что белые это япошки. Япошка. Есть, били япошку. Япошка. Идем, копать-ка. Надо этот авианосец уфигачить. У меня как раз есть 3 бомбы, надо его угостить. Слушай, хочешь забраться ко мне в подводную лодку? Так, бомбы сброшены. Есть, авианосец уфигачен. Ай, меня сбили. Ладно. Хорошо, хорошо, оно того стоило. Наконец-то начали наносить нормальный урон. Ну, то есть... А где? Я вот сейчас спавнюсь, я думаю, куда? Харбор. Давай, Харбор, нафиг. Давай я тебя подберу на своей подводной лодке. Личный? Персональный? Да. Хорошо. Вот это ты? Не, я назад плыву. О, я... Я могу заспавнить что-то? Давай я тоже возьму подводную лодку, пофиг. Давай. Как этим пользоваться, я не знаю. Я могу тебе показать. Так, а как мне... А, это турель. Как туда сесть? А у меня торпеды есть?
Да, есть на B, чтобы их использовать. Mm-hmm. А, на F. Да, на F. В общем-то, Q это вниз, и это вверх. Давай вместе будем плыть. Идем. Надо найти, чтобы потопить. Как насчет японского корабля? Блин, гениальная идея. Это выглядит очень необычно. Я, по-моему, в первый раз управляю в Роблоксе подводной лодкой. Так. Ты посмотри, как снизу все выглядят. Как будто в бассейне плаваешь, серьезно. Mm-hmm. Была такая старая игрушка Airfix Dogfighters. Слушай, ты меня тащишь. Извини. А че, прикольно было, даже ничего читать не надо. Мы через стенку проплыли. Слушай, а вот там, можно даже не нажимать на W. Серьезно? Да. Так вот, я же говорю, была эта игрушка Airfix Dogfighters, где ты играл за игрушечные самолеты на радиоуправлении, но которые умели стрелять. Там одно из заданий было, по-моему, потопить подводную... Ну, там был то ли авианосец... Нет, не авианосец, какой-то крейсер в бассейне был. Это был один из финальных боссов. Прикинь, у тебя на улице в бассейне огромный крейсер или батлшип, который нужно потопить... Ребят, извините за произношение, вообще без понятия. На самом деле, не особо ориентируюсь в кораблях. В большей части. То есть я понимаю разницу между там эсминцем, батлшипом. Слушай, пойдем поставим бомбу на Б. Бомбу на Б, ага, раз би. В общем-то, плывем на Б и ставим там бомбу. Знаешь, в чем прикол? Вот так вот мы две подводные лодки. Да. А вот так вот самое захватывающее зрелище в мире. Гонка подводных лодок. Вы никогда такого не увидите. Нет, я реально, вы их не увидите. Я иду на Б, а ты как хочешь. Я хочу корабль найти. Блин, что чувак регги вытворяет в воздухе? А? Слушай, а возле острова Б как раз дофига японских кораблей. Япона корабли. Ну пойдем. Вот я порву. Чьи-то торпеды? Чьи торпеды? Мои. А, нет, вон на... А, кто-то торпедный катер взял. Прикольно. Вау. Вав. Чивава. Чивава. Так, мне, короче, эта фигня надоела, я пока буду Японец. Так плыть, потому что... Я нашел японца, прикинь. И пошка. Ой, я себя раскрыл. Не круто, не круто. Ну, от cool, man. Так, на что там, на F стрелять? На F, на B. Да, на F, да, именно на F. Хорошо, на F, хорошо. F, но я думаю, этот корабль без нас ушатают. Наверное. Но, на него слетелось народу. Смотри, и корабли, самолеты, подводные лодки, все со всех сторон. Я такой, нет! Его убил, этот корабль. А, нет? Фига себе. Его фура убила. Интересно, тут врезаться можно? Пум. Да, я можно врезаться. Затопил. Затопил. Так, вон там еще кораблики. Пойдем к гряблике мочить. Ой, это ты рядом со мной. Ну, я где-то здесь. Я вот сейчас рядом ты с в Б. Середине, не, ты в середине нигде. А почему все повисло? Не говорите мне, что меня выбило, пожалуйста. Знаешь, у меня тоже все повисло. Найн! Блин! Выбило. Блин, ребят, офигеть, как жалко. Тот сервак полностью выбило. Ну, то есть полностью. Жаль. Так, хорошо, пойдемте в залив, опять же. Ты американец? Да, америкака. Стой, подожди меня, я хочу сесть тебе в подводную лодку. А зачем? Там надо. Пулеметы. Ну ладно, жду, давай. Это ты на втором доке? Да. Вторые документы мои. Так, не то, вот то. Забирайся, неудачник, поедем мочить япошек. Если что, то я... Реально, а нафига под водой мне из пулемета стрелять-то? Ты будешь над водой стрелять? Ты будешь сбивать самолеты, подходящие к нам? В общем-то, сделай так, чтобы только пулемет было видно, понял? Вот, как-то так. Стрелять можешь? Да. Ну-ка. Могу. Да! Получается. Ты акула. Это просто особая черная акула, у которой квадратный хвост.
Ты осторожней, черная акула, мы за американцев играем. Сейчас полицейские прибегут. Там, как было бы, если бы американские полицейские узнали про Черное море? Так, мне вот что интересно, нам же туда сейчас фигарить 30 дней, 3 года, потому что подводные лодки, они же, как мы все знаем, офигительно быстрые средства передвижения. Слушай, может, мы просто пересядем на ближайший американский дестройер? Я даже не знаю. Давай сейчас еще немножко... У меня хорошая идея. Погоди, это японец? Нет, это не японец, это американец. Самолет такой обогнал! Стой, чувак, возьми на буксир! Блин, это ж только начало матча тут у них сейчас, да? Судя по тому, что базы полностью целы. Судя по... Блин, интересно. Там, кстати, выглядело так, как будто мы выиграем в нашем предыдущем матче, который мы играли. Ну, будем надеяться на то, что... Кстати, японские самолеты. Нам туда. Стреляй. Куда? Где? Что? Вон, справа вверху, видишь? Справа? Я смотрю налево. Посмотри, вон над Б летают белые самолеты. Белые — я это японские. Я не достаю туда. А ты пытайся, пытайся. У тебя патроны заканчиваются? Нет, они бесконечные. Хорошо. Вот, потому что, ну, в самолетах они заканчиваются. Интересно, а что будет, если фигануть торпедой по острову? Это засчитается как урон или нет? Что это было? Почему мы всплыли? Так, кстати, надо будет, наверное, добавить в этот режим какой-нибудь музончик, потому что все выглядит максимально тихо. Максимально скучно. Погоди, это же это уничтожение базы или захват базы? Что это такое вообще? А? Это захват базы. Да, прикинь, Бэшечку захватили, все. А вон то. Вон то чей корабль? Вон там. Это американский или японский? Справа. Справа? Это японский. Опа, нам туда. Здравствуйте. Слушай, а можно я присяду на остров и возьму себе на самолет? Давай, я тебя высажу сейчас. Знаешь, шеф, на остановке остановите, пожалуйста. Сейчас. Слушай, можешь немножко остановиться? Вот, остановись. Ну сейчас, погоди, доплывем, остановлюсь. Я имею в виду прямо сейчас. Так, спасибо, сейчас я... Выйду. На нас авианосец идет, блин, быстро! Все, давай, плыви. Я верхом на тебе. Верхом. И гогошечки. Это тут японские самолеты трофейные, бери. Это для меня? Ну садись, все. Все, уходи. Давай. Беги, заяц, беги. Так, автодвижение, отлично. Мы сейчас немножечко, наверное... Да, блин! Меня сразу убили. Кто? Японский самолет. Да он же ж там ничейный был, вроде как. Это на Б мой корабль. А кто тебя знает? О, да, тут на Б мой корабль. Сколько у меня торпеды, никто не знает? Никто. Прикольно. Я, наверное, подойду чуть поближе, на расстояние Блин, у меня автомув отключился. Какая ракета? Вы чё? Ой! По мне торпеда пришла. Офигеть! А почему я горю под водой? Никто не подскажет. Ну так надо, понимаешь? Вода горит. Блин, теперь меня по дыму видно. Теперь мне погружаться вообще бесполезно. Офигеть! Я такой погрузился беспалевный. Так, F это не стрелять, погоди. А как стрелять? Карл, как стрелять? F! А! А у меня одна торпеда? Нет, много, ты просто спам F, и они постоянно будут идти. Вон, видишь, тот белый дымок? Это да, торпеда. Да, это не дымок, это пузыри. О, да, что-то запускается. Ах ты, тварь, стой. Я ах буду... ты, тварь, стой. Буду на упреждение пытаться стрелять. Блин, я не стреляю на упреждение. На одно упреждение это... Нет! Ай, блин, он меня потопил ракетой.
Да, ну подводные лодки это как-то не мое, не знаю. Нет, как бы, да, это хорошая тема, но не в этой игре. Давайте попробуем что-нибудь я постандартнее. Я сейчас в своем военном корабле запустил торпеду прямо в какой-то японский корабль. Ой, не долетела моя торпеда, ее кто-то сбил. Ну-ка, сбили. Что я хочу? Я хочу... Heavy Cruiser. Это все для меня? Так. Слушай, ты лучше бы на Б заспавнил этот крузер. Вон у нас этот... Слушай, а можешь приплыть на А? У нас корабль сбоку. Вот я хочу с вот этим вот Васей рассчитаться, который меня утопил в прошлый раз. Вася? Вася тебя утопил? А почему я руковожу только одной пушкой? Угу. Блин, это мне нужно 3 человека на команду сюда. Да. Ой, блин. Лоханулся, да и все. Ну, типа того. Ой, тупые японские корабли. Они просто меня обстреливают. Но никто не может меня убить. Ха-ха. Ты чё телепортируешься, чувак? Интересно, какая у меня дальность? Я на С плыву. Мне хорошо. О, прикинь, японскую надо базу выше, что ли? Да, вижу, мочит хорошенько так. Японская подводная лодка! О, неужели я в него попал? Ну ясно, он меня утопил. Так, на самом деле чувак очень хорошо оснащен. Он сбил мне... Ну, на самом деле, и я тоже криволапая, зараза. Он подходит на нашу базу, он сейчас ее бить будет. Так что нужно быстро туда сейчас. На харбор, и я не знаю, правда, что мне взять. Потому что вон он уже подходит, эта тварина. Слушай, можно я в твою команду зайду, на харбор? Я получу угол обстрела, если здесь сяду? По-моему, получу. Ну-ка. Сядь, я пожалуйста. Сейчас возьму ледж бомбер. Смотри, сколько он урона наносит. Это просто чудовищно. У него целая команда из 5 человек. Да. Они сейчас... Ох, блин, ну может и выиграют, может и не выиграют. Бери самолет и лети на них, спам! Я спамлю с пушки, с базы. Пушки не работают. У меня работают. Ну блин, ну они выиграют, скорее всего, за счет вот этого корабля, который доплыл. Который смог. Блин, они выиграли. Да вот за счет... Я всю игру говорил про этот корабль, говорю... Подходит корабль! Я его пытался 3 раза утопить. Нет, блин, оно подошло и уничтожило нашу базу. Ладно. Я хочу зарепортить людей, которые... Так тебя предупреждали все это время, я же тебе про них говорил сколько раз уже. Ладно. Все, ребятушки, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем победа.